Здравствуйте. А как вас зовут и как давно вы в Инкрузисе? Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, все ваши подписчики. Я знаю, что вы суперблогер, да? Последний секрет узнала. Вот. И вообще все ваши друзья, знакомые, которые еще не с нами, но они будут завтра, послезавтра, в этом году, я уверена. Итак, друзья, меня зовут Ирина Аронец, я представлюсь вам. Я являюсь первым русскоязычным партнером и первооткрывателем клуба Инкрузис на русскоязычном пространстве. Невероятно. Да, я была тем счастливым человеком, которому пришел небольшой email на почту 5 лет назад. И я прочитала, что это компания, новая компания, круизный клуб международный, с возможностью зарабатывать деньги через интернет, через телефон и компьютер. Учитывая то, что я уже имела опыт в яхтенном туризме в Греции, там много лет работала и жила, плюс работала в интернете много лет. И, конечно, у меня была заветная мечта путешествовать по миру, видеть весь мир и подарить эту возможность нашим русскоязычным людям. Поэтому я схватила эту жар-птицу за руки. Классно. Вот, да. 14 февраля 2016 года, месяц после основания клуба, я вступила, оплатила взнос и вступила полностью в Инкрузис клуб. На тот момент я посмотрела материал в интернете, нигде не было ничего на русском, никого не было. Я приняла решение, что такой потрясающий бизнес на $1 миллион надо срочно переводить с английского на русский и срочно распространять по Ютубу, по миру. Вот, это и случилось. Поэтому, друзья, сегодня прошло 5 лет, уже мы празднуем 5-летие компании, а мы торжествуем. Почему? Потому что на сегодняшний день в моей компании, в моей команде русскоязычной 100 тысяч партнеров из 185 стран мира. Это невероятно. Да, а 5 лет назад я была абсолютно одна, абсолютно, и даже спонсора не имела, просто один email. Вот такая моя небольшая история, но вся эта история перешла вам, дорогие партнеры, и сейчас я очень счастлива, что вас так много, и из разных стран, и все такие талантливые, все такие умные, все такие счастливые, и делают других счастливыми. Поэтому, друзья, кто еще не счастлив, приходите к нам, и вас сделаем счастливыми, хорошо? Я задаю много вопросов вот нашим партнерам и спрашиваю, там, сколько вы зарабатываете, сколько вы были в круизах. Я хочу вам задать такой вопрос, который не задавал никому. Что вы можете пожелать тем людям, которые не могут решиться? Вы самый первый человек, который сделали этот шаг. Вы, наверное, вот, ну, как, не знаю, можете просто все сердца объединить, взять и сказать: ребят, все получится. Какой вот такой вот посыл вы можете дать тем людям, которые вот только хотят, только решаются? Ну, самый главный посыл – не бояться. Не бояться открыть новую дверь. Потому что за новой дверью может вас ждать огромная удача в вашей жизни. Тот единственный шанс, который, если вы пройдете, вы можете больше его не иметь никогда в жизни. Как говорит Бог, возьми хотя бы купи лотерею, чтобы я тебе подарил твое богатство. Да? Вот так и вы. Подарите себе ту лотерею. Не бойтесь, она не такая дорогая, но она бесценная. Она даст вам просто ваши сокровища в будущем. Будьте смелыми, мы уже для вас все сделали, это совсем легко открыть эту дверь, мы вам ключик даже золотой уже дарим, да. Честно. Поэтому, друзья мои, всех страшнее всех было мне, если я это сделала, сейчас всем остальным это просто даже нельзя думать о боязни, о страхах, это ваши, извините меня, тараканы, которые вам мешают. Мир прекрасен, компания Инкрузис международная, компания Инкрузис легальная, компания Инкрузис построена с большой перспективой на много лет. Мы будем занимать монополию в круизной индустрии. Круизная индустрия – это $47 миллиардов в год. Вот, и все любят круизы, все обожают круизы. Если сейчас пандемия, это не страшно. Мы все равно накапливаем наши деньги, наши круизные доллары на будущий круиз, который состоится через месяц, через два, через полгода, через год, через 3 года. У нас постоянно накапливается сумма и постоянно увеличивается еще и другой кошелек, реальный доллар, который мы выводим на нашу карту из любого банкомата мира. Вы согласны? Мы здесь сейчас в Турции выводим наши денежки так же легко. Благодарю вас, это просто вот невероятный посыл, я уверен, что просто принесет массу позитива и ваша энергия, которая вот блестит, я вот вижу ваши глаза, как они блестят, и люди это в любом случае почувствуют, даже через камеру. Я благодарю вас, это невероятный эфир, спасибо. Спасибо вам, Виталий, очень было приятно с вами побеседовать, быть в вашем эфире. I love Inkrusis, we are the best, I invite you, be happy with us.